Ребятки, всех приветствую на своем канале ICO стартапов и криптовалют. Сегодня хочу записать очередной обзор на проект P-Data Token. Официальный сайт данного проекта находится перед вами, и сегодняшнее видео мы с вами обсудим детали токен сейла, а также поговорим уже о существующем продукте данной платформы. Итак, давайте я напомню, чем занимается данный проект. Проект Apiria представляет собой современную разработку, которая подразумевает продажу персональной информации. Она позволит обеспечить безопасность и легкость предоставления личных данных пользователей в процессе регистрации на различных ресурсах, приобретении товаров и пользования услугами. Также у нас особенности проекта. Проект Apiria позволяет устранить брокеров, которые предлагают аналогичные услуги путем установки непосредственной связи между пользователями и компаниями. Это существенно облегчает процесс регистрации. Прибыльность проекта будет высокой. Предприятия смогут получать персональную информацию, пользователей оплату, а создатели проекта комиссию. По аналогичной схеме уже работает платформа Apiria, но разработчики планируют существенно увеличить масштаб ее деятельности. Немножко поговорим об экосистеме. Компании, которые прошли регистрацию на площадке, имеют возможность непосредственного общения к потенциальным клиентам. Они смогут получить опросы либо же видео, на котором будет отображаться мимика лица и движение глаз пользователей при просмотре тестовых материалов. Также, с каким же образом это работает? Выгода для клиентов состоит в том, что за предоставление персональной информации они смогут получать прибыль. А в данном случае речь идет о получении токенов в блокчейн-версии проекта. Затем клиенты смогут выполнять их обмен на другую валюту. Также, что я хотел сказать, у данного проекта у нас присутствует свое приложение, так называемое приложение Apiria. Я в данном видео хочу более детально рассказать о данном приложении. Смотрите, данное приложение у нас доступно как на Android. Вот Play, сейчас, секундочку, извиняюсь, это у нас Play Market. На Play Market вот вы можете его скачать, а перед так и на App Store. Вот данное приложение доступно здесь уже для скачивания. Имеет довольно-таки высокий рейтинг, больше 4, весит оно всего лишь 54 метра. Здесь вы можете зайти и скачать данное приложение. Давайте расскажу вам, чем же занимается данное приложение. Авторы проекта как бы уже выпустили готовый продукт на рынок. Речь идет о приложении Apiria. Ее можно будет скачать, установить. Также после скачивания вам необходимо создать профиль и поделиться исходной информацией в форме запроса. Затем компании смогут обращаться к таким пользователям для дальнейшей как бы для дальнейшего сотрудничества и использования их данных в исследованиях. У нас как бы даже в white paper посвящено данному white paper, данному приложению посвящено очень много места. Так как там рассказывается полностью о данном приложении в деталях, что приложение Apiria уже предлагает два разных типа исследований. Это, во-первых, у нас мобильный опрос и мобильный дневник. Первый проводится для каждого пользователя только один раз, а результаты его доступны сразу после завершения. Также у нас мобильные дневники предназначены для отслеживания действий и поведенческих навыков клиента с конкретным продуктом либо же услугой. Также у нас Apiria оперирует и другими данными в ходе анализа, в том числе местоположением клиента по GPS. Это позволяет позволить расширенную клиентскую базу данных. Авторы проекта считают, что этот метод намного быстрее, чем традиционные подходы к исследованиям рынка. По их словам, платформа уже предлагает информацию, которая от 100 до 50 до 100 раз быстрее традиционных методов позволяет сократить затраты на исследование предпочтений потребителей на 95%. Также у нас, я вам сейчас расскажу, каким же образом, как у нас функционирует, как сам потребитель. К примеру, у нас есть потребитель, и он может воспользоваться либо же приложением на сайте, именно на самом сайте, либо же воспользоваться мобильным приложением для того, чтобы продать свою информацию о себе. В дальнейшем еще хотят сделать плагины для браузера Apiria, так называемый плагин для браузера будет называться Apiria, и в нем у нас будет доступно это распознавание эмоций, веб-опросы, отслеживание сетчатки глаза. А в приложении Apiria у нас будет доступно распознавание эмоций и опросов. Также в дальнейшем будет у нас выпускаться веб-приложение Apiria. И в нем у нас как бы вот это будет сама структура данного приложения. Также у нас планируется еще выпуск приложения Apiria 2.0. Следующим этапом для данной платформы, которую разработчики надеются запустить к сентябрю 2018 года, является добавление объективных данных в систему анализа. В частности, речь идет об отслеживании реакции глаз и анализе эмоций пользователя. С того момента данные будут включать в себя не только субъективные опросы респондентов, которые основаны на информации о том, что они говорят и чувствуют. В анализе будут использоваться реальные данные об эмоциях и ощущениях. Apiria предусматривает ряд плагинов для браузеров, которые будут отслеживать движение глаз и выражение
положение листа при воздействии на клиента того либо иного стимулятора. В принципе, довольно-таки неплохое приложение, как бы само проект, видите, что постарался над этим. Хочу вам напомнить, что данный проект уже будет проводить свой токен сейл, так называемый ICO, уже менее чем через 5 дней и 22 часа. Так что у вас есть возможность участие в токен сейле и получить свои токены PIDATA. Напоминаю вам, что все ваши инвестиции на ваш собственный страх и риск. Также напомню вам, что данный проект у нас присутствует свой white paper, за который я говорил, что данный white paper при самом приложении уделяется очень большое внимание, так как приложение является у нас одним из важнейших продуктов данной платформы. В предыдущих видео я вам уже рассказывал о white paper, что какая структура у данного white paper, так что не буду на этом останавливаться. Напомню вам, что здесь у нас будут детали токен сейла, описание приложений и какие же вы получите преимущества, если приведете токены PIDATA. Также напомню, что данный проект специальная веточка на форуме Bitcoin Talk, официальная веточка, если вы можете зайти и ознакомиться с данным проектом. А также у нас еще баунти компания, которую я вам уже рассказывал в предыдущих видео. Здесь, если вы хотите, можете зайти принять участие и получить свои токены Opera. Напомню вам, ребятки, что довольно-таки интересная платформа. Уже как бы собрали, данный проект собрал уже 1,5 миллиона долларов. И у нас как бы для участия в токен цели минимальный взнос составляет 50 тысяч долларов. Так что довольно-таки неплохо. Данная платформа Opera, она используется с такими известными холдинг-брендами, такими как Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi. Довольно-таки неплохо для такой платформы. Что могу сказать в итоге? Проект очень довольно-таки интересный. Меня заинтересовал. Сам буду принимать участие в токен сейле. Так считаю данный проект перспективным. И если у вас также возникло желание, можете поучаствовать в нем. Но повторяюсь, ребятки, все то, что вы инвестируете, это на ваш собственный страх и риск. Если у вас возникнут вопросы относительно данного проекта, вы можете дать мне под этим видео, я с удовольствием на них отвечу. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч.